век цифровых технологий люди уязвимы к действиям мошенников. Речь о телефонах и интернет-уловках. О том, как не попасть в засаду обмана, рассказали на пресс-конференции управления МВД России по городскому округу Химки. Сейчас даже дошло до того, что люди делают не просто звонки, а видеозвонки, где сотрудники зачастую сидят по форме. Главная цель мошенников – любым способом выманить денежные средства. Они манипулируют эмоциями жертв посредством переписки в интернете или через телефонный разговор. Представляются сотрудниками банков, полиции или любых других общественных организаций. Нередко подделывают и голоса близких родственников. В зоне риска оказываются даже взрослые. Но зачастую, конечно, это дети и люди старшего поколения. То, что самое сейчас актуальное, это звонят людям и, представляясь теми или иными сотрудниками правоохранительных органов, социальных организаций, значит, вымогают и людей, значит, денежные средства. На встрече также присутствовали председатель многоквартирных домов и садовник коммерческих товариществ, муниципальные депутаты Химок. Теперь их задача – распространить дальше полученную информацию среди жителей городского округа. Мы, соответственно, сегодня же будем в своих медиапространствах освещать эту тему, для того, чтобы все, кто с нами общается, жители, активисты, чтобы они дальше несли в массы. Я считаю, что такие мероприятия, как профилактические, полезны в общественной и необходимо на территории городского округа Химки. Необходимо помнить, что по телефону или в интернете сообщать свои персональные данные третьим лицам ни в коем случае нельзя. Эти простые правила стоит постоянно повторять своим близким и родным. Важно всегда оставаться на чеку и не поддаваться эмоциям. Дмитрий Бочаров, Анастасия Кравцовская, новости Химки ТВ.